Добрый день! Сегодня у нас интересный гость в нашей редакции. Мой старый, добрый друг и товарищ, соратник по всяким... приключениям. Да, приключениям в брянской жизни. Александр Григорьевич Коломейцев. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Вы пришли к нам поговорить сегодня о детском спорте. Да, который очень нас волнует сегодня. На злобу дня, говорится. Ну, расскажите, что побудило и как с чего начался вот этот вот разговор и тема появилась откуда? Тема появилась с интернета, когда мы прочитали там и ВКонтакте, в группе, что оказывается, директор хоккейного клуба «Брянск» Лемешов Александр Владимирович перестал кормить свою молодежную команду. Я очень возмутился данному факту, потому что буквально эта новость меня прервала над своими размышлениями, потому что мы насмотрелись уже, когда брянским хоккеем руководил Фетисов, борец. И наши дети, с Лемешовым так получились, занимаются в одной группе хоккея. И мы очень радовались с приходом нового губернатора, что поменяется команда, и руководящая брянским хоккеем. И куда соизволил Лемешов стать директором хоккейного клуба «Брянск», в это время нас застала ситуация в Москве, где мой Никита играл в хоккей за команду «Русь». Сейчас, извините, вот маленькая ремарка, чтобы всем было понятно. То есть многие люди далеки вообще от системы. Сейчас немножко давайте по полочкам разложим. Значит, есть хоккейный клуб «Брянск». Это государственное... Да, государственное учреждение, которое финансируется с бюджета Брянской области. Так, и этот клуб имеет детскую команду. Да, имеет не одну детскую команду, а спортивную детскую юношескую школу «Брянск», так, где играют дети разных возрастов, начиная с 5 лет. И доходя до 16, потом они выпускаются и переходят уже в молодежную команду, если она есть. А у нас в регионе она появилась 2 года назад. Ну, теперь вот совсем дурацкий вопрос. Ну, я сам вроде как бы к какому-то спорту имею отношение, я сам мастер спорта России. Каким образом, вот я тоже знаю Лемешова с давних времен, я что-то не помню, чтобы он занимался сам именно хоккеем. Вообще, я так понимаю, что любую спортшколу по виду спорта должен возглавлять человек из этого вида спорта. Потому что еще китайская мудрость говорит, что нельзя вести людей той дорогой, которой сам не ходил. То есть, если я, допустим, ну, вот занимался всю жизнь силовыми видами спорта, это же не значит, что я могу, к примеру, там, балетную школу возглавить. То есть возглавить я, конечно, могу, но балета там будет весьма своеобразная. Они все будут, ух, у нас кто вообще хоккеем, где у нас? Зная вас, я думаю, что у нас балерины бы занимали первое место по армрестлингу в России. Но ситуация такая, что удивляться, мы живем в нашем любимом городе Брянске. Если я вам рассказываю, что бывший руководитель хоккейного клуба «Брянск» Фетисов являлся борцом, то уж появление Лемешова, это для меня неудивительно. Но на самом деле мы как родители, мы обрадовались, потому что он как бы видел ситуацию изнутри и что творилось. И вроде он как бы нанятый сити-менеджер, да, который привлечет в команду каких-то нормальных тренеров, создаст условия, поднимет зарплаты. Но с его приходом мы удивились, что... Я реально удивился, что хоккейный клуб «Брянск» перерос ОАО «Лемешов», а не государственное учреждение. Изменений произошло не просто немного, не произошло их никаких. И я столкнулся с чем? Я не знаю, чем я его зацепил. Вот буквально эта новость, то, что он перестал кормить ребят, это только одна позиция. Когда я встретился именно с самими спортсменами молодежной команды, оказывается, он начал требовать, и это происходило, это вообще разбирательство правоохранительных органов, что он начал требовать, чтобы они со своей зарплаты гасили деньги за питание из расчета 500 рублей в день. На что ребята стали сопротивляться, насколько я понимаю, у них зарплаты должны были оставаться всего лишь 5000 рублей. Ну как молодому человеку прожить вообще на 5000 рублей, когда ты находишься вдали от родных и близких? Дело в том, что Лемешов, когда приходил, мы обрадовались, потому что вроде 2 ребенка его занимаются хоккеем, мой Никита с его старшим сыном
средним сыном, занимается хоккеем. И мы думали, что он в теме. И как CD-менеджер он сделает все эти горизонтальные и вертикальные связи, тем паче, что у него есть такая возможность, брат его родной, младший, является заместителем губернатора, что он в теме, вникнет и сделает все как надо. Но получили мы обратный эффект, и я даже вообще не пойму, пошел накат на моего ребенка со стороны его. И буквально эта новость сорвала, мое заявление будет завтра, прокуратуру, именно на Лемешова, на Антошина, который курирует молодежь, политику, спорт, на Корнеева, который возглавляет спорткомитет, с целью проверить вообще его деятельность. Ситуация такая, почему он превратил это в частную лавочку. Жена его занимается общепитом, это в клубе, она кормит. И, конечно, не получить от ребят деньги, это ущерб личный, наверное, для бюджета товарища Лемешова. По одному ему известным схемам покупается форма для команды, клюшки для команды, подход к детям. Вот он сделал критерии избавления от неугодных. И тут я не знаю чего, вроде я как такой человек, который на весь мой характер взрывной какой-то, но он всегда, ты меня знаешь, взрывной объективно. Значит, получилось таким образом, что он меня затронул, ему в ребенка для меня непонятно. Он создал критерии, по которым он может отстранять детей от игры. То есть избавляться от неугодных. И вот такой критерий придумал, спортивный. Сказал, что вот на российском уровне все такое у нас возможно. И это вообще правило такое. Сдавать нормативы. Как спортсмены. А там вообще хоккеисты-то есть в команде? Там вот, когда я, допустим, там создавал вот эту вот нашу команду по армрестлингу, которая все выигрывала, у нас несколько профильных специалистов работала, ну пусть не официально, на общественных началах с командой. То есть я сам давал базовую силовую подготовку. То есть чемпионы, победители многих соревнований, вот Вячеслав Сухомлинов там боролся с ними, учил именно бороться. Значит, Олег Тришкин приезжал, давал именно технику борьбы там и специальные. То есть у нас по каждому направлению, то есть человек, который лучше всего в нем разбирался, то есть он работал с командой. Я так понимаю, что вообще в хоккейной команде, ну, у меня есть, так сказать, друзья и знакомые из силовых видов спорта. Тот же Влад Кузнецов, который готовил по силовой подготовке олимпийскую сборную Китая женскую. То есть я вот интересовался, как это все вот делается по уму. Там должен быть тренер по силовой подготовке. Там должны быть обязательно тренеры по хоккею. Я тебя перебью. Ты знаешь, в чем дело? Вот ты человек, профессионал. И ты человек в теме. Пойми меня, вот мы из-за того, что Фетисов такой парень был, мы были вынуждены уехать тренироваться и играть за другую команду в Москве. И мы обрадовались, что пришел другой директор, мы с ним разговаривали, он пригласил, мы назад вернулись. Мы посмотрели, как строится подготовка хоккеистов в Москве. И когда это самое не заладилось, там в Москве возникли там вопросы, я уехал в Словакию, где Никиту пригласили тренироваться и играть в клубе «Словом». Но в Словане, к сожалению, не было интерната. Там надо было, чтобы жили чужих людей. Это самое на стороне. Но ты понимаешь, что за 2000 километров, если я до Москвы мог доехать 360 километров за 3,5-4 часа, то в этот самый не набегаешься в Словакию часто. И нам пришлось отказаться. Но я видел весь тренировочный процесс. Вот ты меня прервал на одной простой мысли. Сразу этот парень придумал, как избавляться от неугодных детей или родителей. Значит, мало того, что в команде игроков вообще не хватает у нас, недобор. Он на хитс-хоккее вывесил сейчас перед чемпионатом России объявление, что приглашаются в Брянск играть за Брянск, чего не позволял себе Фетисов. Значит, хоккеисты из других городов уровнем ниже первого звена. И все затраты Лемешов с клубом берет на себя. Это нонсенс. Даже в хоккей Лемешов решил приглашать варягов, от неугодных избавляться. Критерий он сделал такой, это сдача нормативов. Где он прописал там, в 14 лет должны там столько подтягиваться, так бегать, так прыгать, все нормативы это как. И вот мой ребенок заболел, я не вмешивался вообще никуда, и когда он придумал вот этот критерий, создать команду, Николай, дубль. Я потом вернусь к специалистам, создать команду дубль. Но если даже 3 пятерки у нас не набирается в центральной команде, в дубль ссылают от проштрафившихся, каких-то ребят, которые где-то нашкодили, да? Он критерием выбрал нормативы. Когда мы после болезни позвонили, я сказал, объясни, Николай Ильич, в чем дело и в какую команду нам идти.
Он сказал, в дубль. Я сказал, почему? Он, Никита твой, не сдал нормативы. Сдаст, будет в первой команде. Я не знал, я позвонил ребенку и говорю, так и так. Он вообще не захотел встречаться и общаться. Отсылает к сайту. То есть лично, личных встреч не позволяет. Великий. Ним загорелся. Значит, я у него спрашиваю, Никита, ты сдал норматив? Он говорит, да, сдал. Папа, у меня не получилось сдать норматив по подтягиванию. Я позвонил тренеру, которому он отсылал. Евгений Олегович, так и так, расскажи мне, почему в дубле? Я сам не знаю, меня Лемешов отстранил от команды и сказал заниматься дублем. Говорит, так у нас, говорит, только 7 человек из команды сдали полностью норматив. А остальные, которые играют в первой команде, вообще ли не сдавали этот норматив? Или не сдали также частично по некоторым видам вот этих нормативов? Я набираю Лемешова, спрашиваю, объясни мне. Он, знаешь, в ответ мне сказал, да мне все по... Иди ты на, со своими разборками, и бросил трубку. Я, конечно, написал, ты знаешь, что я материться сама. Я написал ему, что в таком тоне я не позволю никому с собой разговаривать, и в таком тоне разговариваю со своими близкими. И после этого у меня родилось вот это заявление, которое я вам дам, это зачту, покажу, это самое, мы разместим, надеюсь, с вашей помощью, с помощью Brands Today, и покажу систему коррупции, которую открыл Лемешов в хоккейном клубе Брянск. Вот вернусь к тому, что ты сказал, когда ты профессионал и в теме. Я побыл на тренировках в Словане, когда отбирали ребенка. Самое смешное, в Словане знаешь, кто самый главный партнер Слована и меценат, и кто там спонсор? Страховая группа «Сагаз» и «Мегафон» наш. И все дети проводят сборы в Австрии, в горах, на хорошем льду, на всем, на всем. Так мы увидели, вот сразу предвосхищаю тебя, как там идет тренировка. 1:15 на льду, и обязательно это земля, где подтягивается физическая подготовка. Детям подбираются витамины, все остальное, питье, рацион питания, как должны дети питаться, это все в клубе рассказывают. И когда идешь ты на землю тренироваться, там занимается тобой легкоатлет. Правильно. Значит, следующая тренировка перед льдом, земля. Занимается тяжелоатлет, который знает, какие нагрузки можно дать ребенку в 14 лет. И когда я говорил, приехал, сказал, говорю, почему не сделать вот так, вот так, вот так, чтобы занимались профессионалами. Но, к сожалению, я видел, что Лемешов пригласил на должность старшего тренера над тренерами. Есть такой мужчина в возрасте, уже пенсионер, Шипко Николай Романович, через которого он все спихивает и скидывает наружу. Да, он тренировал хоккейную команду как-то до этого, но он мастер спорта по парашютному спорту. И опять мы вернулись это к чему? Мы к чему? Что в начале хоккей возглавлял у нас этот самый борец, вольник, сейчас мастер парашютного спорта и барыга Лемешов. И как формировалась команда, когда я вот столкнулся с той ситуацией, когда людей перестали кормить, этих молодежку, я встретился с ребятами, поговорил. Оказывается, когда набиралась новая молодежка, и мы были рады, когда Лемешов сказал, что вот я пришел и буду продвигать, чтобы наши дети играли за молодежку, именно брянские. И вот у нас выпускники там, Зиганшин, Леонов, там много хороших ребятишек, которые среднего уровня, может быть, звезд не хватает, но они крепкие игроки брянской нашей молодежки. Но нет, их по боку и в сторону. И Лемешов набрал всех варягов. Не включил, хотя бы, я сейчас знаю, вроде бы там сейчас поступило 27 заявлений от игроков на имя Попкова по поводу питания и по поводу заработной платы. А я знаю, там по правилам молодежки можно их набирать 35. И чтобы они играли, значит, и тренировались в процессе, и росли, не терялись, значит, не уезжали в другие города. А у нас получилось, что каждый набор производит Лемешов сам. И мне, как сказали эти игроки, это будет заявление для прокуратуры, чтобы его проверили. Помимо того, что жена осуществляет питание, да? Второе, экипировку он сейчас же заставляет покупать, хоть контракт написано, что клуб обеспечивает бесплатным питанием, зарплатой, экипировкой. Сказал, будете, коль не сдаете деньги ему, это самое, будете экипировку покупать сами. И самое главное, тех ребят, которые приглашал он себе в молодежь, которые сейчас играют, он их просматривал не бесплатно. Каждый просмотр это стоил от 3000 рублей. И опять по словам этих спортсменов, что он только на просмотре заработал 1,5 миллиона рублей. Хотел спросить, где деньги, Зин? Вообще они оприходованы, показаны или уведены?
Так поэтому вот я и с этими критериями, которыми он обозначил в детском хоккее, чтобы приходили эти варяги, я спросил у него, почему в первой команде играют те дети, которые не сдали нормативы вообще, и которые сдали не полностью. Шипки задавал вопрос. А мой ребенок, который не вложился в норматив по подтягиванию, в дубле. А я уже знаю, там это процентов 40 ребят в дубль переведены, и они уже покинули несколько клуб. Они отбивают руки. А он сказал, говорит, а нет, у нас есть маленький Вишневский. Ну, не по возрасту, а по параметрам небольшого. Он говорит, что ты хочешь, у нас Морозов лидер, а он не может подтягиваться. Так что я его уберу? Я говорю, а чем Морозов это, ваш лучше Коломейцева? Почему это нельзя сесть, ну, объяснить правила? Немножко другой вопрос возник. А какое вообще отношение подтягивание имеет к хоккею как таковому? Это равносильно, что я, допустим, я не знаю, тяжелоатлетов бы взял, построил, сказал там, ну вот побежали там 3 километра, кто не сдал, тот не поедет на соревнования по тяжелой атлетике. Ну как бы это можно использовать там в некоторых, но в общем от того, как хоккеист подтягивается. Николай Николаевич, вот смотри, почему приятно беседовать с тобой, не просто, что ты мой друг, а ты человек, который знает все ответы наперед. Вопрос заключается в чем? Я говорил, что может некоторые ребята есть, по сегодня же акселераты, может на ушах ходить без помощи рук и ног, а в хоккее не будут соображать и не делать ничего. Но самый главный у меня вопрос – квалификация тренерского состава. Ты пойми… Так там хоккеисты есть вообще? Есть. Есть нормальные тренера, есть хорошие, достойные, но у них зарплата 15 тысяч. Но если у главного тренера нашей молодежки зарплата 22,5 тысячи, мы о чем идем речь? А человек приехал с Сахалина, вырвался не замотуда, чтобы поднять брянский хоккей, он сам родом отсюда. Но самый вопрос заключается в чем? Вот немножко мы перебились. Каждая тренировка у нас на льду сопровождается подготовкой физической на земле. Я задаю вопрос Лемешову и прежним руководителям. Что же это у вас за физическая подготовка такая, что дети с 5 лет до 14 подтягиваться не умеют больше полкоманды? Мы о чем? В следующий раз, я думаю, что после Лемешова, если прокуратура не разберется, у нас, может быть, кухарку поставят руководить, это самое, хоккеем. Да так она их хоть кормить будет нормально. Где-то будет польза. Хоть они будут пухленькие, сытые, бегать не будут, но как бы зато будут довольны, и все хорошо. Так вот, эти все вопросы, они очевидны. А самое страшное, ну, для меня, ты знаешь мою жизненную позицию, которую я высказываю. И вот я думаю... От чего такое отношение пошло к моему ребенку, я не пойму. Или через меня, который идет с областной администрации, или у Лемешева какая-то шляпа съехала. Я даже вот не пойму. Я думал, всегда считал его разумным человеком, с которым можно поговорить. А он поймал нимб, и все, он. Вот сайт я создал, идите туда. Никакого разговора, никаких объяснений, ничего. Кыш, и все. Ну ничего такого не бывает. Давайте, мы пережили сколько губернаторов, Николаевич. Да, мы пережили сколько мэров. Мы имели всегда с тобой свое мнение, что нас отличало. Поэтому я надеюсь, и это переживем. Но только, знаешь, в чем вопрос? Никогда не должно быть безнаказанности. Каждый последующий должен наказать предыдущего, чтобы это самое не было самому позволительно совершать такие же вещи и творить беспредел. Ну, ты сам знаешь, чудо Сингапура, это сам Линкольн-Ю, все это в истории. Ну, да, но во всяком случае, что мы можем с тобой сделать? Мы сделаем, чтобы не было легко и приятно творить вот эти все вещи, которые творят. Это обещаю. Знаешь, дело в том, что иногда мне говорят, вот, оппозиция, мне не нравится это слово, потому что у нас не было, мы никогда не оппозиционные. У нас была всегда позиция, которую мы высказывали. И высказывали, ты понимаешь, мы даже в интернете где-то что-то пишем, и мы же подписываем своими фамилиями. Да. Мы же не придумываем какие-то клички собачьи, вот там погавкать где-то. Мы выражаем свою точку зрения, не согласные, но перед этим мы всегда делаем, пытаемся поговорить в открытую. Но когда тебе даже отказывают в открытом разговоре, честном, то уже что нам остается делать? Говорить уже публично. И вот такие, спасибо, что есть такие блоги, как вот твой и эти самые каналы, где можно на самом деле сказать о больном. И дело в том, что мы не то чтобы просто наказать человека, мы не боремся же не против Лемешова как человека, да? Мы боремся против человека, который создал ту систему, которая непонятна. И представляешь, если губить детский хоккей, если в детский хоккей приглашать... Вообще со спортом что творится? Нет, я просто говорю сейчас конкретно, это я думаю, что и в футболе, я говорю, и в теннисе, понимаешь? Государственное учреждение. Во-первых, никто, там денежно можно было судить за многие вещи, да?
за залоги там подчастных лиц в банке, там, за фабрики мороженых, которые должны делать предприниматели, да, за хлебозаводы, за те дворцы, которые построили. Вот тот же дворец, который хлопали, один и второй, этот самый, в Бежецке. Если помнишь, тогда обрушилась крыша, о котором я всегда говорил. Так что Денин быстренько его сделал, но он не рабочий. И ленточку перерезали, тогда Погорелов перерезали, это замгубернаторы, но им же нельзя пользоваться. А первый этот дворец, надувной купол. Ну ты представляешь, надувной купол, и у нас его дуть надо каждый день. Это что? Электроэнергия, это деньги. Сколько можно было на деньги, которые платит ХК Брянск за электроэнергию, оплатить достойную зарплату тренеров? Создать условия, чтобы тренеры поехали. Ну за 15 тысяч какие тренеры поедут к нам? Вот с такой квалификацией. А самое главное, что интересно, что в наш век, в 21-й, придумать ничего нельзя. И не надо. Даже выдумывать незаконы. Открой самое лучшее, возьми. Вот я тебе говорю, в Словакии побыл. Что да я был в Словакии, тренер, я выступал значит, там на значит, на льду... Них... Да, не, я просто... В Словакии это одна из самых бедных стран. Да, но у них спорт развит гораздо лучше, чем у нас. Вот я был Николай там. Конечно, я же тебе рассказываю, что не надо ничего придумывать. Все взято на льду. Три тренера. Один занимается с вратарями, другой с защитниками, третий занимается с кем? С нападением. А у нас один тренер занимается физо, нападением, и у нас заставляют там 250 раз, 500 раз отжаться, 400 раз присесть, это самое, сделать пресс. Это какая физподготовка? Вот тебе результат. И результат на почти полмиллионный Брянск мы не можем набрать полноценную команду. Дети на улице. Один из самых популярных видов спорта. Конечно. И самое главное, он самый дорогой. Ведь хорошие коньки стоят от 35 тысяч и выше. Кто может себе позволить? У нас был когда там, ну вот из всех мэров, кто бы не говорил, я их всех знал. От Левина, кончая сегодняшним. Реально такой нормальный по-человечески мэр был, это Смирнов. Он сразу говорил, я много не понимаю, я здесь туповат, вот я приглашу, но что надо, я сделаю. Его посадили, конечно, незаслуженно. Это вообще, это ни о чем. Он последняя подпись, но не это. Но, по крайней мере, мы с ним вели переговоры и говорил, давайте возьмем самые дешевые комплекты. У нас есть, кто загрязняет у нас воздух? Помнишь, как Аненко вел переговоры там, с цементным заводом, с Роснефтью, со всеми делами, там, с мясокомбинатами? По 50 комплектов. Купили и повесили разных возрастов. Потому что не каждый ребенок из благополучной семьи, но которая ну, бедная, честно, он не сможет купить ни коньки, ни оборудование. Вот чем должен заниматься руководитель хоккея, чтобы привлечь к себе. Ходить по школам, сказать, приходи, мы дадим. И у нас же дети вырастают. Я же периодически снимал. И вот именно должны быть вот же дети, именно брянские. Да, да, и мне. Ведь государственная система физической культуры и спорта в Российской Федерации финансируется государством. Для чего? Для того, чтобы все вот эти виды спорта, которые развиваются у нас на государственном уровне, чтобы вот эта вертикаль выстраивалась. Вот я сколько писем написал, что у нас на территории Брянской области не выполняется федеральный закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации. Вот в этом нужно немножко вникнуть. И, в принципе, это становится очевидным. Вот, оказывается, вот эта вот целевая государственная поддержка, финансирование определенных видов спорта, которые у нас признаны именно видами спорта, и в том числе и хоккей, который вообще он там в первом списке, он и олимпийский, и вообще для России приоритет. Значит, куда вот это все девается? Вот это тайна, в общем-то... Николай Николаевич, я опять говорю, мне опять приятно отвечать на твои вопросы, потому что уже за 9 лет игры ребенка в хоккей, уже сам поневоле становишься профессионалом. Понимаешь, мы тратим и деньги, время, внимание, сопереживание, это все нервы, это самое. Дело в том, что у нас в Брянской области все сделано так, чтобы вот господин Лемешов чувствовал себя комфортно и удачно. Я думал, человека уже из ушей прет, он же успешный человек. А нет, надо и клуб свой сделать частной лавочкой. Понимаешь, в чем дело? И лучше, чем это самое, отдать время детям, да, и посвятить, и вот просить там у губернатора, дай дополнительные деньги, чтобы купить эти формы, чтобы привлечь талантливых деток со стороны. Что делается? Заплатно сдается лед в аренду. Значит, теннисный корт рядышком с нами. Вот я знаю, талантливые дети занимаются, и моя 6-летняя девочка пошла это, заниматься спортом. Пожалуйста, но платно. Индивидуальное время. Талантливым, что к Ковалю ехала? Ну, так вот. Слава Богу, хоть Милград, когда он стал ее спонсором. Красивая, талантливая девочка. Но она опять уехала. Почему Кузютина уехала? За Тюмень, я не знаю, за Екатеринбург. Почему Мороткин выступает за Москву?
Почему все ММАшники уехали? Подожди, да потому что, понимаешь, у нас не осталось людей в Брянске, не, это, вообще в Брянске, вот систему так выстроили, от Лодкина, я же не говорю там это, Денин и Богомаз еще круче поступает. Ладно, там профессионалов это самое привлек, но нужны профессионалы, которые будут биться. Корнея, он должен прийти, не бояться, а сказать, нам надо, вот, чтобы мы шли по этому пути. Тот же Погорелов, там, что город делает? Что, место, зарплату получает? Удобно, да, с областного кресла посадили туда. Этот, ну вот, до Погорелова был там, Игорь, я уже забыл, этот борец. Вот он, по-моему... Игорь Парсенков. Парсенков, да, вот он единственный, он мне говорил, Саша, когда там Фетисова была, говорит, ты представляешь, сколько проектов существует на федеральном уровне, государство, президент уделяет этому внимание, выделяют деньги. Но на условиях софинансирования, чтобы жопу не грели, просто получая деньги. То есть ты там 5-10% ты должен использовать местных денег, а 90% тебе дойдут эти самые с центра. Но ты посмотри, что они натворили. Если не выдерживают по финансированию ХК Брянск, вот этот надувной купол, такой же надувной купол сделали, ты знаешь где? В Погаре. И не лед сделали, футбольное поле. Футбольное поле у нас на каждой, в каждой районной школе есть. Ты представляешь, что это дует, и там никого. Дует, а там никого. Вот за это надо не просто требовать, за это надо привлекать к ответственности. Понимаешь, вот это все электроэнергия, вот это все тренера. И нужно для них создавать. Они же тоже не воздухом питаются, у них семьи. У него же там в хоккейном клубе, вот там Ерохин, который прекрасно, это самое, Алексей Михайлович с детками занимался 2-3 года, вот с 5 лет технику постановки на коньки. Но потом дальше он не та квалификация. Но главное, что я как привел пример, как в Словакии, все методики придуманы. Возьми, чтобы был легкоатлет, тяжелоатлет, какие группы мышц нужны, какие важнее, какие что. Но этого нету. Есть удобное положение, есть вотчина. Ну что, спасибо. Я думаю, не последний наш разговор. Сейчас это не анонс получился, а целая передача. Да, сейчас небольшой анонс, ну, чуть больше анонса. Сейчас мы подождем реакции наших зрителей. Спасибо, всегда рад тебя видеть. Спасибо тебе. Всегда рад, что ты всегда откровенен, честен, ну и смел. Это немаловажно.